зовут Наволокова Нина, мне 19 лет. Я красива и умна, неконфликтна, позитивна, по работе креативна, весела и объективна. Обожаю танцевать, в танце чувства выражать. Я такая непростая, скромная и озорная. Посещаю фитнес-зал, люблю бегать по утрам. К творчеству стремлюсь душой и за кипиш за любой. Обойти хочу весь свет и везде оставить след. Я Кристина Козлова. Мне 18 лет. Живу в Шадринске и учусь на первом курсе ШГПИ. Я называю себя реалисткой. У меня есть мечта. Хочу изменить мир в лучшую сторону и начинаю с себя. Борюсь со своими недостатками, стремлюсь всегда к лучшему. Первым шагом на пути осуществления своей мечты считаю конкурс «Мисс Курган.ру». И сюда я пришла не только за новыми впечатлениями, но и за победой. Меня зовут Баитова Татьяна. Учусь в КГУ. Мечтаю закончить его с красным дипломом. Я романтик, люблю жизнь и людей. Впечатлительно, откровенно. Смотрю на мир с улыбкой. Мне удалось преодолеть трудности. Теперь я финалистка конкурса «Мисс Курган.ру». Я горжусь этим и верю в победу. Я Диана Воробьева. Лучше всего я умею улыбаться, петь и танцевать. Самое прекрасное в моей жизни – это любовь, которую я могу дарить и получать взамен. В будущем я хочу стать хорошей матерью для своих детей. На конкурс «Мисс Курган.ру» я пришла только за победой. Меня зовут Иванова Юлия, и я участница конкурса «Краса Курган.ру». К своим положительным качествам я отношу легкость на подъем и открытость ко всему новому. Но самая главная положительная черта моего характера – это умение быть благодарной и ценить все то, что предоставляет тебе судьба и жизнь. Я люблю начинать день с хорошего настроения, с самого утра чувствовать себя бодрой и в тонусе. Мне приятно, когда прохожие, пусть даже незнакомые, тебе улыбаются, и ты отвечаешь им улыбкой. Меня зовут Анастасия Брил. Что рассказать мне про себя? Что я красива и умна, добра, мила, покладиста. Все это только лишь слова, толкающие на мысль тебя. Самовлюбленная она. Поэтому скажу, как есть. Таланта всех не перечесть. Училась в колледже однажды. А специальность, да, неважно. А вот родной ШГПИ открыл мне двери в детсады. И как вы поняли, друзья, да, воспитатель – это я. Девиз по жизни у меня – дари добро, ведь жизнь одна. Я Полина Ковалева, мне 19 лет. Я студентка Курганского областного музыкального колледжа имени Дмитрия Шостаковича. Моя жизнь – это музыка и сцена. Именно это делает меня счастливой. Вообще, человек я очень разносторонний. Я имею 3-й спортивный разряд по конкуру на лошадях. Я выпустила свой сборник стихотворений, занималась парашютным спортом, много лет поработала вожатой. А сегодня я пришла сюда именно за победой. Добрый день, меня зовут Шульмина Валерия. Мне 18 лет, я студентка 3-го курса ДПИ. Свою жизнь я связываю с различными сферами искусства, в том числе и с модой. На конкурс «Мисс Курган.ру» я пришла, чтобы вновь испытать свои силы и открыть новые возможности, надеясь на честную победу. Екатерина Чернова. Девушка с активной жизненной позицией. Мой девиз «Спорт, творчество, красота» привели меня на конкурс «Мисс Курган.ру», где я смогла показать и проявить все свои способности и таланты. Мои творческие способности проявились в создании образов,
Любовь к спорту привела к победе в спортивных конкурсах на проекте. А если говорить о красоте, то я уже вошла в финал и могу надеяться на победу. Меня зовут Елена Пешкова, мне 22 года, студентка 4 курса. Целеустремленная, отзывчивая, оптимистичная. Хочу закончить университет и применить на практике полученные знания. Мечтаю о кругосветном путешествии. When we
Добрый вечер всех, все присутствующие в этом зале. Милые девушки, нам бы хотелось обратиться к вам. Вы прошли очень тяжелый путь. Мы ваши испытания переживали вместе с вами. И если каждая из вас сейчас, каждая из вас достойна стать первой. И если вдруг кому-то не повезет, вы для нас самые первые. Мы вас принимаем в клуб любимых покупателей. Девочки, вы очень молодцы. Вы очень красивые, обаятельные, обворожительные. Нет, в общем, таких слов, которые описать вас. Спасибо всем. И сейчас. Краса Курганру, 2014. Татьяна Баитова. Аплодисменты! Татьяна Баитова! Букет победительницы предоставлен салон цветов Гран-при. Современная модная флористика. Букеты в европейском стиле. Композиции для истинных ценителей прекрасного. Закажи букет в Гран-при. Цени качество и умения наших сертифицированных флористов. Доставка бесплатна, возможно, оплата по безналичному расчету. Спасибо большое, для меня это неожиданность. Спасибо организаторам, спасибо девочкам, спасибо вам всем, что вы пришли, что вы болели за нас, поддерживали. Я счастлива.